device I should have created. My data, my equipment, my theories. They replaced my husk of a body with a new dimension of torment. Ну, в общем, он говорит, что мимо его ловушки никто бы не прошел. Ну, я-то прошел. Значит, так круче его, правильно, да? Блин, круче. Так. А первое, конечно, впечатление от игры помню. Я думал, что это просто игра, ну, такая, что нужно красться осторожно. Помните, да? Забавно было. А потом взял дробовик, пошел месить. Я уже забыл, как я раньше осторожно проходился. Но это потому что... Ну, во-первых, потому что у нас пушек сначала не было. А во-вторых, просто я не знал. Так, вот тут что-то у нас есть. Да что у вас всех? Что же вы тут прячете-то от нас? Офигеть. Офигеть. Ну и запрятали. С ума сойти. 5000. Увидали? 5000. Первый раз нахожу просто лежащую банку, которая 5000 стоит. Ну, может, не первый раз, но, по-моему, первый раз. Точно не помню. Так, а нам, я знаю, вон туда, там нас наш лес ли ждет. И он там еще кто-то оставил. Опять 5000 тоже. 500. Ну, 0. Ничего не значит, правильно? Так. Я поначалу думал, что это... Даже не знал, что это подросток. Это то ли взрослый, то ли мелкий. Непонятно. Лезли. Круто. Так. Детальки еще. Я, походу, игру прошел чисто на пистолете. Болтов у меня просто... Ну, пока что. Это, конечно, круто, что их очень много. Так, а тут у нас ничего. А вот тут тоже детали. Офигеть. Походу, нас готовят к чему-то такому стоящему, такому крупному. Сколько я уже задрочусь-то? 1,5 часа вроде прошло, да? Так, ну сначала сюда заглянем. Вообще никак взаимодействовать нельзя. Неплохо. Да, вот так-то. Вот единственное, меня никогда не предает, это кресло. Кресло мне никогда не предает. Так, смотрим, что можно купить на 10 тысяч. Лечение шприца можно приобрести. Офигеть! Два раза потом могли прокачать, если бы шприцы... На шприцы все тратили. Болты, болты, болты. Время перезарядки не... А, время взведения. Перезарядку всю качнули, запасы. Ну, болты можно, но... Не знаю, нужно ли нам это, либо... Давайте, может быть, лечение шприцами напоследочек качнем. Я думаю, да, или по оружию что-нибудь посмотрим. Емкость. Емкость, да. А тут у нас емкость. Да, тут много. Ну ладно, давайте лечение шприцами. И давайте уже дотратим что-нибудь, что-нибудь. Точность, точность, точность. Запасы посмотрим. Офигеть, вы посмотрите, мы все почти прокачали. Магнум только вот остался. Значит, болт-вспышка, гарпун.
Ну вот радиус можно, кстати, качнуть. Неплохо, мне кажется. Да, давайте. Радиус и гарпун. А, хотя мы им не пользуемся особо. Все, свидание. Надеюсь, мы еще увидимся. Но если не увидимся, то спасибо за то, что ты мне помог пройти игру. Потому что я чувствую, уже финал близок. И если мы еще постречаем, значит, финал еще не так далеко. Ё-моё. Пошел ты. Это же зомбяк. Ну, я думал, сейчас глаз какой-нибудь вылезет на весь экран, а вообще обосрусь тогда. Poor guy. Rest in peace. На всякий пожарный, на всякий случай, так. Да. Куда идти-то? А, все, да, тут нельзя. Походу нам прямо. А, да, я помню, это в начале игры было. Давай, нажимать что-то надо, да? Чё, не нравится огонь, да? Эх. Офигеть. Это про эти глаза он говорил. Остерегайся глаз. Каких-то глаз. Глазики. Есть повод отметить. Так, стоп. Отлично. Вот, видишь, шприцы прокачали. Да вижу, вижу, вижу. Снайперку дают. Если... Да. Все, что осталось от нашего Рувика. Это глаза. Глаза. Детали просто вообще уже немерено. Так, куда идти, ёпта? Вот ты где. Ой. Бам. И все. Иди, иди. Так, вот этого еще надо. Офигеть, жиробас из первого, это... Ух ты, ё-моё. Офигеть, их тут. Пришло время для... Бам!
Да вообще офигевший уже. Жирного гаси, точнее сжигай. Перезаряд делаем быстрый. Быстрый перезаряд. А также пистолетик. Да ёп. Фейерверк начался. Ты что делаешь? Да встань ты, что ты слышишь? Так, спичечки. 4. Никогда, по-моему, 4 нам не давали. А тут убежать-то отсюда можно или нужно именно вот замочить их всех? Повод использует шприц. Бутылочка. Давай. До свидания. Ах ты, ёп! Какого? Все, контрольная точка, это круто. Дайте собирать-то все, пособирать тут. Отлично. Этого еще. Ну вот этого. Не, этого нельзя уже. Хотя, подождите, снайперка, нельзя, уже по максимуму. Оставим снайперку для здоровяков. Кажется, я знаю, куда нам надо, вот сюда, да? Да ладно, что залезть не можешь, что ли? Че, упал, что ли, вообще? Упал и залезть не может. Да, ну, сюда, ну, пофиг, на любую лестницу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, чтоб вас всех. Почему сжечь нельзя? Бам. Страшная рожа. Йо, это же этот... О, нет! Нет, блин. Офигеть их тут. Валим. Ну хотя... Да чтоб тебя, давай уже бери. Давайте вот так сделаем.